Так, мальчики, девочки, всем большой привет на нашем канале. Наш канал – это наш бизнес, мы про это не забываем. Так, сегодня у нас распаковка, мы дома, мы рады, что мы дома, я не знаю. Вот здесь я уже так привыкла даже к этой квартире. Какая-то атмосфера, все хорошо здесь у нас. Привыкли. Да, правда, погода очень такая... холодная, мне не нравится такая погода. Да, тем более летом обидно, что будем уже сюда. Непонятно все. Курточка. Ну, я вам сейчас хочу показать нашу закупочку. Настя говорит, проголодались, поэтому голодными вообще нельзя ходить в магазин. Да. Набираем все подряд. Так, рис есть. Багет есть. Багет 89 центов стоит. Он, кстати, я когда его взяла, не обратила внимания. Ну, смотрю, багет и багет. А сейчас так... Этот присмотрелась, он такой тонкий. Тонкий, но просто длинный. Ну, ладно, бог с ним. Так. Крылышки, минус 30%. Это я хочу, чтобы мы сделали одно очень классное блюдо. Это завтра будет блюдо. Нам так мама моя в Харькове готовила. Да, это будет завтра. Это просто нереально. Правда, у нас нет меда, но будем делать сам. Без меда. Это, короче, будут крылышки... куриные ножки, картошечка, яблочки, должен быть мед, соевый, горчичка, да, и, короче, это правда очень вкусно, Насте тоже нравится. Да, это завтра приготовим, а сегодня другое блюдо. Да, помидоры взяли 85 центов, помидоры, хотели взять арбуз, но очень дорого, арбуз прям дорогой. Такие креветки по акции были. Конечно, это не сравнится с теми креветками, которые мы берем тигровые, которые по акции, но они в центре. Мы туда ехать не планировали. Мы сегодня спали очень долго, отходили от этой поездки. Вот. Мы взяли такие, потому что они нам нужны для дела. Я думаю, сейчас уже многие, кто нас давно смотрит, догадались, какое же это будет дело. Яблоки, это на завтра. Ну, не все, конечно, Настя просто может все яблоки. Все яблоки не люблю. Даже запеченные не люблю, но в этом блюде люблю. Ой, Настя, все-таки скорая приехала. Да, все-таки не дом. Ой, а что там все смотрят? А ну, подержи, подержи. Ой, а кто такого там дали? Уже подержи камеру. Она что-то уже жала. Сейчас. Женщина показывает, что ее ударили. Они все перчатки одели раз, два, три, три человека. А, у нее уже за живот синяк. Она бок показывает. У нее синяк. Ну, видимо, драка была. Так, ладно. Вы говорите, что немцы не выглядывают. Все с окон вот да, кстати, сколько нас там... Именно было... немцы, не только арабы, но и немцы. Вот, вы зачем вы типа в окна смотрите? Да, боже мой, тут когда что-то происходит, даже просто едет скорая или полиция, так, все вылазят в окно, все. Не надо говорить, немцы или не немцы, все смотрят. Да. Всем это интересно. Да, я не знаю, почему все так говорят, но у нас, лично в нашем городе, мы всегда замечали, что все смотрят, как только что-то полиция, скорая приезжает. Да. Просто, знаешь, происходит. Так интересно написали, мол, никогда немец не выглянет в окно. Да ты шо? Почему это? Нет, такого не бывает в жизни. Кока-кола. Любой человек был. А? Кока-кола. Кока-кола. Огурец не самый хороший, выбор плохой, поэтому... Помилки тоже на запах. Помилки это у нас в Украине, так говорят. Это куриные голени, ножки, я не знаю. Авокадо 59 центов, да. Мы разобрали, кстати, все ящики, потому что по скидке. Сироп нам для кое-чего. Ты уже сказала, для чего? Ну, уже, я думаю, сейчас все понимаю. А, ну да. Те, кто не знает, для чего, напишите нам комментарии. Не, вот так. Вот так переворачиваем. У нас еще эти старые нори остались с прошлого раза, когда приезжали родители Насти. Нет у тебя. Я знаю, заберу уже этот. Вот. Соевый. Ну и, конечно же, все, вот. Да? А? Все, да? Лосось. Да. Так, сейчас я закину картошку сюда, в тумбочку. Ну, как бы, да. Брюху выбрали. Закупка, если честно... Нынче дорого. Не дешевая получилось. Говорит сколько? Говорит. Конечно, говорит. Юля, тебе стар говорит, что она в день тратит 80 или 100 евро? Ну, это почему я говорю?
56 евро, в общем, 56. Я вспоминала, сколько, 56. Она очень сильно. Ее, походу, побили. Ну, видно. Капец. Ну, я не знаю. Суши захотелось очень. Мы как с голодного края, не знаю почему. Ну, мы не делаем часто такие закупки, потому что это реально очень-очень дорого. Сейчас уже, дай бог, скоро придет Насте хотя бы Насте пособие. Да, тогда будем уже не то, что не шиковать, а просто, как сказать. Просто захотелось, ничего страшного. Да. Мы, кстати, вообще из-за чего даже сегодня спланировали делать суши, потому что табак купили маленький. Все, и решили, что будем курить меньше, поэтому все так. Настя поставила рис отваливаться. Видишь, ничего не произошло, хотя она стояла, сотрусилась, но они, походу, уезжают. Васаби у меня еще осталось. Да, да. Хотела бы пересчитать. Что? Да нет, ну просто. Кстати, вот, это старые нори у нас, они намного лучше, да. Вот именно в азиатском магазине. Да. А рыба в прошлый раз тоже была этой фирмы, но она была пропавшая, хотя акции на нее не было, и сейчас нет на нее акции. Вот она упакованная 14.07, сегодня 25.07. Не знаю, надеюсь, она не будет вонять. Вот это, конечно, тоже мне что-то не нравится, какие-то эти. В общем, будем смотреть. А, еще мы кое-что взяли. Пончики мы еще взяли. 6 пончиков, там джем, типа вишневый. Ну, честно, не очень. 3 евро. Да, как помнишь. В общем, как-то так. Такая вот закупка. Все, Настя приготовила роллы, я вела стрим. Такие вот красивые получились. И отлично, рис вообще классный. Обычный получился. Рис. Обычный, не надо никакой даже для суши. Смотрите, класс. Даже без уксуса специально. Да, запеченные вот. Очень красивые. Настя, умничка. Ага. Да, молодец, молодец. Спасибо. У нас новый день, мы на вокзале. В следующем видео вы узнаете, куда мы едем. Что, еще есть время, Настя? А почему там именно... Еще 10 раньше. Минут. Нет. Хорошо, но раньше. Ну, смотри, на. Да не поедет 15. Он раньше. Ну, он не поедет раньше. Все по времени. Ну, конечно. В следующем видео узнаете, куда мы едем. Тот, кто был на эфире, тот тоже узнает. Вчера было на эфире 180 человек. Хорошо, мы пообщались. Сидели мы в эфире с Настей сначала 1:30, потом 4 часа до 2 часов ночи. В общем, Настя, хватит паниковать. Слышишь? Типа что понимает. Куда ушел? Ну вот. Расскажи что-нибудь людям. А что ты рассказываешь? Ну, добрый день. Я заболела, но я пью холодную минеральную воду. Молодец. Говорят, что нужно так лечить. Да, конечно. Я не знаю. Сейчас мы едем на прогулочку. Куда, мы расскажем уже в следующем видео. Тот, кто был в эфире, тот знает, куда. Суши Настины вкусные были. Настя, молодец. Ням-ням-ням. Аня, понравились тебе мои суши? Понравились. Сегодня у Кевина день рождения. Мы от себя написали. Я от себя написала поздравление, Настя от себя. Он грустит, что мы уехали. Вот. Ну, я ему говорю, не грусти. Все будет нормально. День рождения. Проведи этот день в свое удовольствие. Слушай свою музыку любимую. Не унывай, а как-то настраивай себя на позитив. Да. День рождения. Это хороший праздник раз в году, поэтому давай как-то, говорю, не унывай. Вот. Такое, в общем, вроде как выспались, хотя я же говорю, в 4 уснули, такое себе. Ну, потому что погода еще такая, знаешь. Опять ты зевала и рот не прикрыла, Настя? Ничего страшного. Тебе вот Наташа пишет, ты не в Одессе? Нет, не в Одессе. Ну, что еще расскажем? Да пока что ничего нового. У Насти пока что ничего нового. Когда у тебя будет что новое? Рассказывай. Когда я уже поеду туда, я буду смотреть, что там происходит в том городе. Так мы же там уже были. Ну, мы были, мы покажем, людям расскажем, что там происходит. В общем, да. Еще раз спасибо всем, кто был в эфире. Спасибо за приятное общение. И
Ставьте лайк на это видео, пишите комментарии, подписочку нам делайте, мы очень рады будем. И встретимся в следующих видео. Всех пока, всем хорошего настроения, всех любим. Любим, Настя. Любим, любим, I love you. Все, пока.